И уже сегодня во второй половине дня губернатор Борис Петров подвел предварительные итоги выборов по области. Можно было бы говорить о тотальной победе партии регионов, если бы не одно «но». В 12 из 14 областных центров страны предварительно мэрами избраны представители партии регионов. Одним из исключений, возможно, станет Запорожье. По словам Бориса Петрова, причин поражения Владимира Кальцева немало. Одной из них, по его мнению, является низкая активность электората, значительная часть которого – симпатики партии регионов. Возможно, люди были слишком уверены в том, что уже ничто не помешает Владимиру Кальцеву занять кресло мэра. Все уже свыклись в последние месяцы, что у нас, хоть исполняющий городского головы, он работает как городской голова, это было и в прямом эфире, и в записи, как происходила работа. Было достаточно активно, поэтому вот я так понимаю, что большинство считало, что вопрос уже решен. Может быть, кто-то говорил, что уже известны результаты выборов. Но накажи гоп. Несмотря на то, что новый мэр Александр Син из среды политических оппонентов ПР, Борис Петров говорит, что ни о какой конкуренции между областной и городской властями речи не будет. Ни о какой конкуренции речи не может быть. А с точки зрения политики, есть политические силы, есть идеалы, есть уставы партии, есть решения фракций. Я думаю, что это будет конструктивная работа. Губернатор констатировал тот факт, что выборы прошли в целом прозрачно и честно. Никаких нарушений, о которых можно было говорить в этом зале, не зафиксировано. Уголовные дела ни по факту, ни по фамильно не возбуждены. То есть это главное достижение, которое есть у нас на сегодня. По предварительным данным, в областном совете депутатов от партии регионов будет более 70%, а в городском более 60%.